Ну что ж, все собрано, все прикручено. Надеюсь, автомобилю будет лучше передышаться. Вот эти вот я не стал закручивать, потому что и на C6 я тоже их не закручивал. Вот эти вот болты вот здесь, которые. Что, ну его нафиг. Слишком геморно. И так держится очень хорошо. Теперь остается помыть двигатель. Но об этом в другом видео. Все, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.